Где-то ты загорела. Коктебеле. Ты ездила на поезде? Нет, мы сначала летели на самолете до Симферополя, а потом еще 2,5 часа добирались на автобусе до Коктебеле. А почему не поездом? Ну, не знаю, наверное, поездом дороже. Да, я предпочел бы ехать поездом, потому что мне лучше там расслабиться, спать можно. Да. В самолетах мне не поспишь, там не полежишь даже. Ну, бывает бизнес-класс, там можно откинуть спинку и Каждый вечер на концерте ты приносишь мне цветы. Эти розы и герберы несказанной красоты. Но скажу я откровенно, легкомысленны твои мечты. Ты влюбился, это точно, стал наивным и несмелым. Надо думать очень срочно, что же мне с тобою делать. В мире, где любовь не вечна, счастье дело непростое. Понимаешь, друг сердечный, сильно так любить не стоит. Мы с тобой учились вместе, ты меня не замечал, а теперь который месяц все вздыхаешь по ночам. Пора идти к врачам. Ты влюбился, это точно, стал наивным и несмелым. Надо думать очень срочно, что же мне с тобою делать. В мире, где любовь не вечна, счастье дело непростое. Понимаешь, друг сердечный, сильно так любить не стоит. Девчонки дают, может, от любви к тебе. А мое призвание — сцена. Буду я верна своей судьбе. Ты влюбился, это точно, стал наивным и несмелым. Надо думать очень срочно, ну что же мне с тобою делать. В мире, где любовь не вечна, счастье дело непростое. Понимаешь, друг сердечный, сильно так любить не стоит. В мире, где любовь не вечна, счастье дело непростое. Понимаешь, друг сердечный, сильно так любить не стоит.